В эфире телеканала «Север» специальный выпуск новостей, посвященный празднованию 90-летнего юбилея Ненецкого округа. В студии Алина Волчейская. Здравствуйте. Основные праздничные мероприятия, приуроченные к 90-летнему юбилею Ненецкого округа и профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности, начались на центральной площади Марат-Сей в Нарьян-Маре ровно в полдень. Юбилей – это еще и повод для подведения итогов и вручения подарков. Первыми в этот торжественный день подарки принимают самые маленькие жители Ненецкого округа. Те малыши, кому посчастливилось родиться в юбилейный год, в день образования Ненецкого автономного округа, 15 июля 2019 года. Особенно хочется пожелать крепкого здоровья тем малышам, которые родились в один день с юбилеем округа. В этот день на свет появилось трое малышей. Семьи Данила Груздева, Марии Косковой и Миланы Сыщук получат подарочные сертификаты на сумму в размере 15 тысяч рублей. Подарок для Миланы отправится в поселок Индиго. А на сцену приглашают юных граждан России. Сегодня они получат самый важный документ в своей жизни – паспорт. Символично, что сегодня, когда округ отмечает свой юбилей, ребята у нас получают основной, даже главный документ гражданина Российской Федерации – паспорт. На этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Представитель «Лукойл Коми» вручает именные премии школьникам округа по итогам отличной учебы. Ими удостоены 9 учащихся. От всей души желаю всем счастья, оптимизма, побольше солнечных дней, удачи во всех делах и прекрасного настроения сегодня. Подарки и дипломы от компании «Лукойл» получают также участники конкурса рисунков «НАО «Нефтяной край» и викторины, посвященные 90-летию Ненецкого округа и профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности. Участие в ней принимали старшеклассники городских школ и поселка Искатели. Завершил торжественную часть праздника концерт с участием детских творческих коллективов Дворца культуры «Арктика» и этнокультурного центра. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Андрей Котов, Кирилл Иванов, телеканал «Север».